Дашково-Песочня стала на этой неделе местом удивительных дорожных происшествий. На улице Зубковой в понедельник грузовик провалился под грунт. Тяжелую машину поднимали по частям. По словам очевидцев, чтобы поднять автомобиль, пришлось отрезать от него бочку. А на улице Новоселов, недалеко от кинотеатра «Октябрь», автомобиль «Киа» ушел передним колесом под землю. В рязанской гостинице сняли страшный сон Лены Летучей. На YouTube набирает популярность видео, снятое в санузле одной из гостиниц в Рязанской области. Постояльцев не на шутку удивила сантехника. А вместо полотенец в ванной комнате они обнаружили, кто бы мог подумать, мочалки, пожалуй, советских времен. А здесь есть только мочалки. Кстати, Рязань вошла в топ-10 бюджетных городов для путешествий на майские праздники. Рейтинг был составлен по данным брони отелей с 29 апреля по 10 мая этого года. Видимо, теперь, выбирая гостиницу, в которой планируете остановиться, нужно быть предельно осторожным. Аккуратнее и ответственнее не помешало бы быть и с домашними животными. Рязанка обнаружила кота в камере хранения магазина «Пятерочка». Об этом девушка написала в соцсети ВКонтакте. Пострадавший весьма симпатичен и носит коричневый ошейник. Девушка 2 дня искала старых или новых хозяев, потерявшемуся четвероногому. Себе, к сожалению, оставить кота она не смогла. Теперь чей-то любимец вновь на улице. По словам вызволившей его из камеры хранения временной спасительницы, мартовский гуляка обитает где-то в районе Глобуса и улицы Большой.